Папа, он же так до еды не достанет. Тем более, не будет на отца похож. Ну вот, это вы виноваты. Вообще-то это ты его обидел. Вы виноваты, что он обижается как баба. Был бы мужиком, втащил бы мне в хлебало и все. Пап, прекрати, а? Свинья, скажи ему. Да, шеф, вы не правы.